Ребятки, всем привет, меня зовут Вилкап, и сегодня особенный день, так как это первый анимационный ролик, который я смогла сделать примерно за полмесяца. Погнали! Прошло немалое количество времени с появления этой идеи, но мне не хватало навыков для ее реализации. И по счастливой случайности я наткнулась на человека по имени Кир Ященко, который смог убедить меня своими видеороликами записаться на его 7-дневный курс обучения. И да, сегодня мы поговорим о том, как проходит обучение, стоит ли записываться на курс, да и в целом, какие возможности вы приобретаете. Начну с того, что мне понравился подход обучения. С самого начала Кир говорит о безграничных возможностях. Если у тебя не хватает средств для покупки программы, он покажет, как пользоваться бесплатными. Если нет графического планшета, он найдет и покажет тебе другой способ для создания твоих анимаций. И здесь вы не найдете утешения, как на других курсах, наподобие «У вас все получится, вы все сможете, не унывайте». Нет, главное на этом курсе – это действие, терпение и труд. Если во время обучения вы сталкиваетесь с трудностями, то вам помогут, объяснят и ответят на все ваши вопросы. Также в Телеграме есть группа, в которой находятся такие же участники, как и вы, где вы сможете поддержать друг друга, посмотреть на другие работы, чем-то вдохновиться и так далее. Помимо самой анимации, Кир Ященко предоставляет такие знания, как запись звука, продвижение своих роликов, а также использование знаменитой платформы под названием YouTube. Ну и в заключение отмечу, этот курс для тех, кто готов идти вперед, кому не будет лень работать над своим собственным проектом. На этом у меня все. Видеоролик получился не таким уж большим, но так как это первый анимационный ролик, думаю, вы меня простите. Благодарю за ваше внимание, всем удачи, всем пока!